Несмолкающие аплодисменты в зрительном зале Центральной детской школы искусств. Здесь прошел большой концерт, который стал финалом реализации национального проекта «Культура» и программы «Одаренные дети Подмосковья». В рамках национального проекта «Культура» школе выделено более 17 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение творческого процесса. И сегодня время отчетов и признательности за заботу и внимание от благодарных учащихся Химкинской ЦДШИ. На средства национального проекта купили музыкальные инструменты, оборудование и методическую литературу. Сегодня у нас есть новые домры, новые балалайки, колокола оркестровые. Это вообще роскошь. Баяны, аккордеоны, электронные баяны, медные духовые инструменты, ударные инструменты. У нас есть 6 интерактивных панелей, которые расположены в теоретических кабинетах, в художественном классе. На концерте отметили педагогов школы. Именно они помогают взращивать настоящие таланты. Преподавательский состав Центральной детской школы искусств славится не только в Подмосковье, но и во всей России. Руководитель струнного ансамбля «Вдохновение» Брайшева Наталья Анатольевна. Трое подопечных школы стали лауреатами программы губернатора «Одаренные дети Подмосковья». Они выиграли рейтинг учащихся по своей специальности в Московской области. На развитие их творческих способностей было направлено 3,5 миллиона рублей. Одна из победительниц – Соня Шевченко. Центральная детская школа искусств – флагман творческого образования и визитная карточка Химок. Здесь работают хореографическое, художественное, музыкальное отделение, а также отделение современного искусства. Выпускники школы поступают в ведущие творческие вузы страны. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.